выгодно. Покупать автомобили Рено в Нефтекамске. Терамобил на Янаульской 1А. 9 февраля в 17 часов 55 минут в пожарную часть города Нефтекамск поступило сообщение о том, что по адресу город Нефтекамск, улица Энергетиков, дом 9, чувствуется запах гари. На момент прибытия пожарного подразделения было обнаружено, что хозяйка квартиры на газовой плите сжигает деревянные бруски. Погибших и пострадавших нет. Также 9 февраля в 23 часа 11 минут в пожарную часть города Нефтекамск поступило сообщение о том, что по улице Нефтяников, дом 13, задымление в подъезде. В результате разведки было обнаружено горение картона на первом этаже в первом подъезде. Погибших и пострадавших нет. Причиной пожара явился поджог.